Добрый день. У нас в гостях в Чебоксарах находятся гости из далекого Туркестана. Он чисто географически вроде бы далеко, за 2000 с лишним километров. Но тем не менее мы находимся в родственных связях с турецкими, с тюркскими, с казахскими и другими тюркскими народами. Поэтому, естественно, это расстояние, оно не всегда может чисто вот так разъединять, оно, несмотря на это расстояние, наши связи имеются и, по сути дела, для дружбы на самом деле и не могут служить преградой. И вот, подтверждая вот эту мысль, к нам приехали гости из города Туркестана, где находится Международный казахско-турецкий университет имени Хаджа Ахмеда Ясеви, говорят по-турецки, а так казахи говорят Ясауи. Это международный университет, где выделяются квоты для получения высшего образования на бюджетной, на бесплатной основе, в том числе и нашим чувашским юношам и девушкам. У нас в гостях кандидат медицинских наук, значит, представитель Казахстана Бакыт Бегалиев и заместитель декана подготовительного отделения этого университета, гражданин Турции Ильяс Эрпай. Международный казахско-турецкий университет обоснован в 1991 году приказом нашего президента Нурсултана Назарбаева. В 1992 году президент Турции и наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев совместно из этого Туркестанского университета сделали международный казахско-турецкий университет. В этом году нашему университету будет 20 лет. В нашем университете учатся студенты из 29 стран, тюркоязычных стран. Наши студенты, значит, в нашем университете занимается в данное время около 15 тысяч студентов, из них 11 тысяч на очном отделении и где-то 8 тысяч на заочном отделении. Из тюркоязычных стран наши студенты имеются около 1100 студентов, которым каждый год наш университет выделяет квоту 200 мест для тюркоязычных, для студентов тюркоязычных стран. В этом году мы пришли в вашу страну, значит, в вашу, для того, чтобы набирать тех студентов, которые захотят, которые, значит, жаждут получить знания, значит, на турецком, на казахском языках, которые корню похожи, схожи, родственны с вашим языком, с чувашским языком. Какие условия, значит? Во-первых, значит, поездка туда и обратно один раз в год для студента берет на себя университет бесплатно, то есть. Во-вторых, значит, каждый месяц студент получает стипендию $150, если так сказать. Из них $100 с казахстанской стороны оплачивает, $50 оплачивает турецкая сторона. Теперь мы на днях, сегодня или завтра, возьмем тех абитуриентов, кто хочет нам поступить, мини-экзамены, в которых, значит, это будут тесты, 100 вопросов, в которых по 5 предметам по 20 вопросов имеется. Это математика, физика, биология, география и всемирная история. Что еще? Значит, первый год обязательно студенты занимаются в подготовительном курсе, а именно изучают, значит, языки казахский, турецкий язык, потом, значит, традиции этих народов. Затем на втором семестре первого курса, значит, они в основном занимаются по тем специальностям, которые они начинают выбирать себе. Значит, какую специальность он выбрал, по этому специальности начинается уже подготовительная часть. После окончания первого курса, значит, подготовительного курса, они сдают экзамен по двум предметам, на казахском и по турецкому языку.
Если, значит, если студенты получат более 50 баллов, значит, по этим предметам, значит, они проходят уже, поступают в те специальности, которые они выбрали. А в нашем университете имеется около 61 специальности, которых они могут себе выбрать. Какие это специальности? Технические, языковые? Гуманитарные есть в основном, значит, медицина, значит, общая медицина и стоматология, педагогика, химия, биология, история, начальная педагогика, что еще? Казахский язык, казахская литература, русский язык, археология, религия, философия. Международные отношения, иностранные языки, а именно арабский, китайский, турецкий и английский языки. Кроме этого, значит, имеется актерское искусство, вокальное искусство, хореография, декоративное искусство, дизайн, социология, журналистика, экономика, менеджмент, учет и аудит, финансы. Государственные, местные управления, математика, физика, биология, автоматизированное управление, информационные системы и, как я уже сказал, значит, общая медицина, стоматология, туризм и электроэнергетика. Очень много. Вот такие вот специальности у нас имеются. А какие условия проживания для студентов, начиная от климата и заканчивая, значит, проживанием? В городе Туркестан, Туркестан находится на юге Казахстана, значит, очень теплый, ну, скажем так, жарковатый климат для вашего места. Проживание, где, значит, они, для студентов есть студенческие общежития, которые, значит, в год студенты платят 150 долларов. Это не 150, а 120 долларов, которые ежемесячно оплачивают около 100, около 10 долларов. Значит, это уже оплатно. Общежитие располагается близко к, значит, учебным заведениям, учебным корпусам, рядом с учебными корпусами. Так что далеко ходить не надо, ребята. Значит, рядом с общежитием имеется очень хорошо, значит, оборудованные двухэтажные, значит, столовые, где, значит, питание студентов нашими деньгами, значит, первое, второе и, ну, компот, салат, все это обходится 250 тенге. Это в переводе на ваши деньги около 40-50 рублей. 40-50 рублей. Потом сам город Туркестан располагается на юге Казахстана. Климат располагает таким образом, что круглогодично у нас имеются овощи и фрукты. Дешевые. Очень дешевые относительно. Я по сравнению с вами. Продукты очень дешевые. Потом тратиться на автотранспорт им не надо будет, потому что все это располагается рядом в одном городке, университетском городке, где имеются большие, значит, очень хорошо оснащенные, значит, дворец культуры, в котором студенты могут, значит, по своему выбору любой кружок выбрать. Значит, если он хочет, значит, танцевальные кружки, есть танцевальные кружки, есть ли пение, хор или там музыкальный, все это имеется у нас. Для девушек и для парней. Парень-то легко, а вот для девушек отдельно как-то организовано? Ну, у нас общежитие делится на общежитие для парней, общежитие для девушек. Девушки, то есть, могут учиться? Да. А когда, значит, учатся, у нас нет, чтобы отдельно девочки были. Они все вместе учатся в одних группах. У нас такого полового деления, пополам деления нету такого. А библиотечный фонд? Значит, имеется очень большая библиотека, в котором имеется, значит, после очень быстрый интернет, по которому могут наши студенты, значит, взять информацию с любого библиотека мира, или же, если хотят, у нас в самом же библиотеке имеется очень множество книжного фонда, по которым могут по любой специальности могут найти себе литературу, по ним можно готовиться. Теперь статус полученного образования в Туркестане что даст? Значит, они получают диплом международный, который конвертируется в России, в Казахстане и в Турции. Вот. С прошлого года наш университет подписал Болонским процессом договор. Да, мы состоим в
Болонском процессе. Так что в будущем могут даже в Европе тоже поработать по этой специальности. Есть аспирантура, продолжение? Значит, после окончания бакалавриата имеется магистратура. Значит, после окончания магистратуры имеется PhD-докторантура. Угу. То есть будет уже европейский, общемировой статус? Все по общим мировым стандартам, по европейским стандартам. Чувашбин öğrencilerine üniversitemiz ne verecek diye güzel bir soru sordunuz. Genel manasıyla Türk dünyası öğrencilerine üniversite ne verecek? Ne verecek de Türkistan'a çağırıyoruz. Bu sorunun cevabını vermek istiyorum. Bizim Türk dünyası öğrencilerine vereceğimiz tek bir şey var. Hepsinin bir araya toplayıp iyi bir eğitim vermek. Bir amacımız bu. İyi bir eğitim verdikten sonra her şey arkasından gelecektir mutlaka. Beraberce iş yapma, beraberce çalışma, beraberce birbiriyle ilişkileri, evlenmeleri bunlar arkasına gelecektir. Ama bizim Ahmet Yesevi Üniversitesi'ndeki görevimiz iyi bir eğitim vermek, Türk dünyasındaki öğrencileri bir araya toplayıp güzel bir eğitim vermek. Hamış ucumba manzikoy düşüne şapla kurablas kilit. Birin gitti üniversitesi mbe tanlaştırsın, birin üniversitesinin uyrumlu heşaga bulundu. Bir pedim тванлы тірік қалығын жамды кізіне пірлеп ұқса, пірлеп алаштарза бақалықлы пілубамадыр жатпыр. Үтті елдақ шақ тілі ұқыжынден келеген ебала. Қалы бір өзен пірбірін бет ұслашса, шивықлашса, палашса, қайран құрнышынде еш пайдалық, пұжарылық шығын өземді цадыраши, науқы енебе шығын өземді цадыраши, ек аплағына шын бек қана шығын өземді цадыраши, еуінда пір-бірінбе туслашса, шығықлашса, пірлеш еші, аулан аши, десе сымақ негалары болы жапла білмешкен, Турку жерхинде жамбек бол, турку жерхинде хирзене де авлана тесек, атсана да авлана тесек. Мы же дезен авлану тени бол, авланап тени, шурт шаврап тени білдереген сымақ. Турку жерхинде кирене аршына зене гына глашы болбек, на билеп бірінде. Жамба, ебір, жак, университет аушына, чываш ажизене де, шанда тедек тендинден пуғынаган білім жамбек сымбе, бірле, шанда време играшын. Çuvaş öğrencileri ve diğer Türk dünyasından gelen öğrenciler Türk dünyasını tanıma fırsatı bulacak. Dolayısıyla kendilerini tanıma, kendi özlerini tanıma fırsatı bulacak. Bu birincisi. İkincisi, 29 ülkeden gelen öğrencilerimiz var. Türkiye'den, Türkmenistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Suriye'den, Bulgaristan'dan ve Kıbrıs'tan daha sayamadığım birçok yerlerden öğrenciler bir araya geliyor. Ve bir yıl bizim üniversitede hazırlık fakültesinde dil hazırlık okuyorlar. Kazakça ve Türkçe. Dolayısıyla 29 ülkeden gelen insanlar ortak bir yerde toplanıp bir dilde anlaşıyorlar. Ve bunlar mezun olduklarında 29 ülkenin her tarafında dostları olacak. Yani 29 ülkede evleri olacak. Bu Çuvaş öğrencilerine olsun, Azerbaycan öğrencisine olsun, Türkiye öğrencisine olsun bitirdikten sonra çok büyük fırsatlar elde edecektir. Ve buralarda çalışan Türk firmalarında rahatça iş bulabilecekler. Buralarda çalışan Rus firmalarında rahatça iş bulabilecekler. Burada çalışan Avrupa firmalarında rahatça iş bulma imkanına sahip olabilecekler. Çünkü orada dediğimiz gibi dillerden İngilizce, Türkçe,
Kazakça olsun. Zaten Rusçayı kendileri bildikleri için yaklaşık 4-5 dilde eğitim görecekler ve 4-5 dilde eğer öğrenci isterse iyi bir dil eğitimi almış olacak. Bunun yanı sıra kendi bölümünde, kendi mamandığında eğitimde almış olacaklar. Çuvash Şamrıgızın Türkistan Üniversitesi'ne verilme gerçesin için maldanak bedim terik tencibe paylaşma buldurası, layıkrahılan zayilme buldurası. Аллах кунда шакнада глаза гормала, унда врени тен тебрдюкне, терлихала хадизине хризине, тада дарна хулнан за измеди булушма булдарет. Ильяс бей кунда, ну май сержил ятня азан за духры. Чирим дохр терли пачалахран кильне шамрксим перле вренеси. Кипрда бурунда, Сирия бурунда, Румыния бурунда, Болгарияда бурунда, Турцияда бур, Азербайджанда бур, Туркменистанда бур, Кыргызстанда бур, Өзбекстанда бур, Казахстанда бирги Галамазрах Индипалы университети Казахстан сыршивинде бурнашна. Тогда ытты жерден келине шамбыксем. Мазем Урхла каласасын шамдан бирезе духуна жире Чуваш шамдыгызен ширимдыгыр патшалыкка шивых тузызен буласы. Урха каласа, кашны патшалыкра, хыйын килибек шивых килзен булашы. Кунде балах, вызене кайран врензе дуксасын, эш тукмашкында чылай енжен шымылык параган ябала. Калыбыр, пирин батырда вызем, чын малданак вренеме кадырлени курсынжен бушлашы. Кадырлени курсынжен вызем казах жылхи вренеше, турки жылхи вренеше. Кузыргушне шамрыксем, сирин шамрыксем, чаваш шамрыксем, Чувашла да билеше, вырысла да билеше, музыргушне университет программы беда да агылжанла да биренеше, еда да ытты жилгезе де биренмели булма булдарында араб жилге, китай жилге да да ытты жилгезе. Урхла каласасын, шамдан биренче духуна жире өзем, салдан да тфатпилик жилгебе врению илине калашма булдараган, хучунма булдараган остазем специалистем болса да башы. Урхла каласасын, өзем расшейри терли фирмызенде де, Бедим тенде жайынде ергелені фирмызенде де, Европаран келіне бұнда іштеген фирмызенде де, бізем кетіне специалистен болашы, бізем кирлі специалистен болашы. Шамбада Туркестан университетінде вренни, Чуваш шамбыгызем үшін малашлыға анлы жүрді жүрді. Что еще?